Эпиграф к этому стихотворению. Я читаю стихи драконам, Николай Гумилев. Озона, сколько зим, бурелом да мхи, и приходят ко мне драконы, чтобы я им читал стихи. Очерствели они, летая над страною из края в край. Я сочувствую, я читаю, и попробуй не почитай. Я сочувствую, я читаю, и попробуй не почитай. С ними как-то молчать негоже, и заметно при свете дня, как мурашки бегут по коже у драконов и у меня. Вы читали стихи драконам, я решился и хоть бы хны. Это вам не попса с шансоном, не дикарский напев зурны. Это вам не попса с шансоном, не дикарский напев зурны. Послушной ни к чему мой список, ни к чему разливать елей. Просто я социально близок, тут еще на поверку змей. Заглянул в него чудеса, а глаза у них не драконьи, человечьи у них глаза, а глаза у них не драконьи, человечьи у них глаза. Шансоном, не дикарский напев зурны. Это вам не попса с шансоном, не дикарский напев зурны.